Кто главный в этой вселенной? Каждый человек сам главный в своей вселенной. Он центр своей манды, он ее создает. Вокруг него все происходит, если он смещает точку сборки в себя, в свое тело. Вот когда он в своем теле, и он управляет, и он все понимает, и он все держит, то тогда, соответственно, он главный. А где у большинства людей точка сборки, если они не вообще в себе? Не в теле, они вот все время вот здесь, сознанием, во внешнем мире. То есть постоянно в соседях, в каких-то звуках, не знаю, в делах, в работах, в каких-то отношениях. Постоянно вектор из себя выскакивает во, как бы, внешний мир. И, соответственно, тогда вот они и управляют.